Ну вот. Спасибо большое. Хотя вебка, по-моему, еще глючит после этих настроек. Лол. Давайте восстановим по умолчанию, по сути, разница есть какая-то. А так она по умолчанию работает, да? Сейчас. Я начну в защите. Лесной эльф отдает мне защиту. Ну, молодец, лесной эльф. Окей, окей. Понеслась по трубам. Окей, Линкс. Пусть будет так. Но я как бы не против. Блин, надо все-таки, наверное, обновить дрова на вебку и еще раз посмотреть. Что-то я чувствую с ней не то. Так, окей. А, эльф, смотрю, очень весело собирается играться. Ну ладно. Привет, Кадиум. Ну, сейчас будет не очень приятно, эльф тут может пробиться. Но здесь на самом деле будет та же тактика, что с прошлым парнем. То есть я просто буду ждать единиц, надеяться на них. Будут единицы, все будет хорошо. Не будет единиц, все будет плохо. Как бы никаких других особых возможностей тут нету. С эльфами. То есть, если он два раза кинет единицу в ненужный момент, то будет здорово. Кинет, будет не здорово. Ну, опять лоб просвечивает. Эльф без дерева и в атаке. Да, странный эльф, я не спорю. Очень, очень такой. Ты тут должен ждать дабл единиц. У меня на самом деле даже одной единицы хватит, чтобы почувствовать себя получше. Кое-какие инструменты в этой игре у меня все-таки есть. Хотя не спорю, игра очень тяжелая и... Рассчитывать на многое не стоит. Но мне нужна хотя бы одна единица для начала. То есть единица на увороте. Единица на увороте дает мне кое-какие шансы. Но эльф играет очень нагло. Ничего не сказать.
Играет очень нагло, у него это получается. Если ты не ел быстро, ты не ел вообще. Да не, я нормально питаюсь. Я просто приношу столько еды, чтобы она физически не могла ее съесть. А? Хитро? Ну, парень пока не прокинул ни одного плохого куба. Первый плохой куб. Я не буду говорить, насколько нагло играет этот эльф. Вы это и так видите. Очень наглый эльф. Очень бесячий эльф при этом. То есть сейчас убивать мячик у боевого танцора вообще не весело. Ладно, что-нибудь придумаем. Почему все хейтят чужого чего-то там? Ну, потому что там все ведут себя как дауны. Наверное, по этой небезызвестной причине. Считаю даже, что это не самая худшая причина, которая могла бы для хейта этого фильма. Здесь, если что, потратим рерол. Но мне нужна только шестерка. Ничего другого мне не помогает. Поганенько. Я нахожу шестерку, все хорошо. Я не нахожу шестерку, все говено. Я нашел шестерку. Мы подходим. Волк поймал мячик. Вот умница. Ну, не то, что тут вопрос бомбления, не бомбления. Вопрос в том, что фильм просто становится из-за этого не очень интересным, по-моему. Ну, парень грамотный, кстати. Ничего не сказать, он играет хорошо. Он как-то очень нагло играет, но хорошо. Мячик упал приятно. Ну, реально приятно. То есть, для меня мячик упал довольно выгодно. Хотя это не говорит о том, что я как бы отобьюсь в дефе, но... У парня остался один рерол, ему надо тратить их. Это хорошо. О, внутренний рерол сработал. Ну тут да, тут нужна была бы как бы это. Дабл единичка. Вот. Отлично. Отлично. Вот это здорово. It's a beautiful life. Oh, wow, wow, wow. It's a beautiful life. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful life. Wow, wow, wow. It's a beautiful life. Так. Насчет субботы и тунчесов. Ты не передумал еще подвигать канистры в субботу? Закидываю.
Ну ты скажи конкретное время, и я планы как-то подстрою под это. То есть сумму и сколько времени, а я после этого уже буду реагировать, окей? То есть мне нужно точное время, а планы я как-нибудь скорректирую. Вообще можно сыграть типа нагло, вот. То есть смотрите, мы сейчас... Пробитие брони, отлично. Часик 3 насчет времени, когда тебе удобно. Ну, ты ж заказываешь. Скажи час, и я в этот час запущусь. Ну, так-то все норм, да, абсолютно. Ну, да, хотят вроде бы. Так, окей. Угу. Попробуем подобрать меч. Потратим рерол на это. К сожалению, мы не... Ой, ё-лол, так неудачно. Блин. Ладно, хотя бы все связаны более-менее. Жаль. Мячик у зомби это не айс, потому что парень в один куб может выбить. Смешная игра. Эх, опять танки. Ладно. Шестерка, очень неприятно. Он будет вправо пинать, потому что ему это наиболее выгодно. Забьет, видимо, просто. Ну. Мячик упал очень плохо. Два спринта надо сделать. Он не подобрал мяч. Последний рерол. Он забил все-таки. Обидно. Очень обидно. Но он забил быстрый гол. То есть я могу спокойно сейчас как бы забивать. Типа, это не проблема. Плохо, что у меня рерол один остался. Не надо было его тратить. Часиков в 12 сможешь? Да, думаю, часиков в 12 смогу. Рано, конечно, но норм. Уже не видит пещерка, но у кого как. Я обзорщиков особо не смотрю. От обзорщиков я просто понимаю, идти на фильм или не идти на фильм. Вот, собственно, и все. Обычно там довольно просто все рассказано. Ладно, нормально. Давайте. Сейчас надо надрать жопу этому эльфу. Было бы неплохо хоть кого-нибудь сломать на лось или выбить хотя бы. Не, ну да, 12 нормально. 12 нормально. Мячик упал очень плохо. Очень невыгодно, я бы сказал.
Пробитие брони. К сожалению, это не очень хорошее пробитие брони. Не, нормально, конечно, но... типа не дает каких-то адских профитов, понимаете, о чем я? Нужно больше золота. Ну окей. Спасибо, Зиксена, за поддержку. На туда-сюда в полчаса. Отлично. Это очень важная травма, потому что теперь как бы 5 опыта на големы из плоти будут очень хороши. Как ни погляди на это. Меня это радует. Окей, я подобрал меч. Каждый... ну да, мне вот, понимаешь... в смысл осуждать человека за там сдонат на что-то? Я, например, сегодня подбирал список, что я хочу купить дополнение к XCOM'у второму. Баннер Лорда, там, правда, пока ничего не ясно. Divinity Original Sin 2 и Destiny 2. Притом, скорее всего, на 3 игры из 4 я буду попрошайничать у вас. И как минимум как раз 3 из 4 я точно застримлю. Но Баннерлорд, когда выйдет, никто не знает. Divinity Original Sin 2 будет в сентябре, я бы его даже постримил. А что тут еще? Ну, Destiny 2, оно в октябре, как бы, до него еще дожить надо. Короче, мы сейчас можем выбить за поле Белоридила. Господи, ну и имечко эльфийское. Не, конечно, если бы я подобрал мячик в нужный момент, сейчас бы игра пошла совсем по-другому. Но я не подобрал. Но мы можем здесь даже на победу сыграть, теоретически. Пока все неплохо. Я бы знатил на XCOM, но вот XCOM я как раз сомневаюсь, что буду стримить, поэтому я и не это. Реген. Сработал реген, это хорошо. Плохо, что мы сейчас в равных составах, но окей. С этим мы что-нибудь придумаем. А я вообще, знаете ли, думаю, почему бы мне не... да, господи, мы сейчас... так, сейчас надо подумать немножко. Да, мы поставим вот так вот. Хотя у этого есть свои минусы. Лишний ГФИ, это не очень здорово, но тут как бы... Надо бы лишний ГФИ кинуть. Это очень наглый заход, но типа тут надо играть по-наглому. Вот. Вопрос в том, насколько нагло нужно играть. Отличный удар. Голем выносит второго. Ну, правда, не супер-пуперски, но выносит. Окей. А с кем в Divinity будешь? А бог его знает. Ну я прошлый Divinity один проходил, хоть это было довольно долго и запарно. Посмотрим. Может, найду какого-нибудь стримерка и скажу ему: йоу, давай вместе попроходим. Кто знает.
Но Divinity крутая штука, поэтому хотелось бы. Она, кстати, самая дешевая из этих игр. То есть Divinity стоит 899, Destiny 2 3К, потому что надо покупать сразу с сезонками. Bannerlord пока без цены, а дополнение к XCOM, по-моему, 1,5. Но я не помню точно, сейчас посмотрю. XCOM. Сейчас посмотрю. War of the Chosen 1349. Вот так вот. Ну, короче, не дешевое удовольствие, не дешевое. Привет, Анил. Я с другом-то еле-еле допрошел. Да, я не спорю. Она очень-очень много диалогов, она затянутая. Я абсолютно не спорю. Это запарно. Обидное пробитие. Очень обидно. Как ты эльф начал пробивать? Ну, рандом пока не на моей стороне. Это не здорово, но и не очень страшно. Ну, пусть влетает, в принципе. Я понимал, что он может здесь влететь. Единственное, что из-за того, что у меня парень вырубился, это очень большой минус. То есть я сразу попал в тяжелую ситуацию. Вот. Единичка? Я бы, кстати, выбрал бы единичку, потому что он загородит мне проход, а так он подставляется очень сильно на выпихивание с поля. Очень сильно подставляется. Прям. Ему еще теперь у ворот надо прокидывать. Ну, он, да, в общем. Просто. Как Саша зачитал, а? Саша сказал, и все сложилось так, как сказал Саша. Заметьте, как я читаю эту игру. Вот так вот. Просто все зачитал абсолютно. От начала до конца. Вопрос в том, как мне лучше проталкивать сейчас здесь. Секунду, я подумать хочу. Тебе опять прет на соперников? Нет, почему прет? Это сильный соперник. Ты если видел, как он забивал свой гол, он забивал его не как дебил. Поэтому ты зря так. 2 единички. 6. Жаль. Это очень жаль. У меня есть очень хитрый, очень наглый, циничный план. Ненавижу Blood Bowl. Ладно. Не, ушастик-то нормальный. Я не понимаю, что орбит к нему прикопался. Парень хорошо играет. Это нормальный лесной эльф. Без загибонов. Я не очень понял, к чему тут вообще какие-то претензии к этому лесному эльфу. Он нормально играет. Отлично. Здорово. Так, окей. Что у нас там с добеганиями?
Ну, это простой блиц, но у него есть смысл. Жаль. Жаль. Давай сначала потратимся на подбор меча. Молодец, гуленок. Ой, молодец-то какой-то, а? Здесь тратить рерол бессмысленно. Мы подходим. Мы подходим. Это плохо. Но мы делаем шаг. Все равно делаем шаг. Удар в один куб этот меня устраивает. Ой, хорош, мистер зомби. Мистер зомби сделал все правильно. Так, окей. Короче, шансы на забить очень неплохие, потому что... Ну, здесь ему тяжело, в общем, как-то выбивать мячик. Ну, типа, он может, но тяжело. По заднице. А так вот. А так вот, чусенок, а? А вот. Делаем простой блиц в два куба. Шестерка. Без пробития. Угу. Вопрос в том, что мне теперь делать. Поднимаем зомбачка. Ха-ха-ха! Ай, блин! Два ГФИ. Не добегает, не добегает. 72 на фол. Давайте попробуем. Жаль, жаль. Окей, окей. Да ладно, останемся здесь. Ну нормально, в принципе. Эльфа стало намного меньше на поле. Красные кубы. Два ГФИ. Да ну, серьезно! Ну блин, две двойки, ребята. Это просто кайф. Это просто кайф. Ну ладно. Я могу забить волком. А это лишний бросок куба. Я хочу забить волком, давайте. Делаем это. Привет, Колян. Да! По красоте. Вот так вот. Молодец, молодец. О, Вайт встал. Вообще здорово. У него эльф не встал. Вообще здорово. Окей. Так, окей, ладно. Все неплохо. Все неплохо. Еще рано радоваться, но шансы неплохие. М-м-м.
Ну ладно, в принципе, меня все устраивает. Привет, Award Beerer. Что может быть лучше, чем темный пивас с пиццей ББ? Не знаю даже. Может быть, какая-то другая нормальная игра? Я так условно. Blood Bowl, конечно, абсолютно нормальная игра. Мы это с вами знаем. Так, ладно. Где травма-то, а, игра? Что ты начинаешь-то, а? Эх, игра, ну как ты меня ненавидишь-то, а? Ну давайте потратим рерол, у меня их 4, как бы. Просто посмотри, ничего не достаю этими. Ладно. Эх, рерол, рерол. Не рероли меня. Мячик вообще, наверное, лучше подобрать оборотнями, я так подозреваю. Давайте вот этого парня поставим сюда. Хорош! Блин, у меня в этой хатке вообще два моих голема из плоти раздают только в путь, ребята. О, и этот подобрал мячик. Ну окей, завершить ход тогда. У меня 3 травмы, и это сделали 2 голема из плоти. У этого 2 опыта... А, нет. Одну он сам подскользнулся. Окей, 2 травмы сделали големы. Оба апнули по 2 опыта. Молодцы, големы. Прямо... Передаем им благодарность от лица партии. Вот так вот. Знаете, у меня тетя была октябренком, потом была пионером, а потом еще и в комсомоле. И она заканчивала что-то связанное с этим. И у нее кликуха в нашей семье коммунист. Ну, то есть ее так и называют просто. Коммунист. Почему-то мне это вспомнилось. О, я думаю, 47-му очень понравится Blood Bowl. Потрясающая игра. Дарит множество положительных эмоций. Знаете, на эту тему расскажу коротенькую историю про положительные эмоции. В общем, что-то будильник то ли не сработал, то ли во сне я его выключил. И что произошло, да? Типа 10 часов, я хотел Мишку сегодня выпнуть бегать. Но в итоге не выпнул, потому что все проспали. А она хотела в 8 пойти бегать. И я ей говорю, ну все, давай, иди стрим. Выпихиваю ее стримить. Она такая чуть сидит перед компом, потом такая, Саш. Я говорю, что? А можно я сегодня не буду стримить? Я немножко так удивляюсь, говорю, а что это сегодня не стримить? У меня там домашнего задания много, трета. Я говорю, ну ладно, окей, так уж и быть. Потом, значит, проходит время, я возвращаюсь с дел и говорю, слушай, Ник, можно я не буду сегодня стримить Blood Bowl? Она такая, нет, нельзя. Я немножко удивляюсь, говорю, а что это тебе можно, а мне нельзя? Ну тебе платят за Blood Bowl, а мне за стримы не платят, поэтому нельзя. Я говорю, какая ты добрая девочка просто. Словами не описать. Привет, Пати Кот. Я прямо оценил этот коммерческий подход. Вот так вот. Неплохо, да, прозвучало, парни? Мне тоже очень понравилось. Ну, эльфа минус 4 игрока. У меня фулл состав, поэтому сейчас как бы тут, ну... Еще хороший плюс, что у меня очень далеко бегает мой этот... Волчик. Возможность волка бегать очень далеко и долго, это класс. А пусть убегает, мне это только выгодно. Он, кстати, лишние кубы кидает на ровном месте сейчас. Но ведь она права. Ну такое, я хотел сегодня дурака валять. Я вчера, правда, провалял... Ну как провалял дурака, я другие дела делал просто в реале. Не стримил Blood Bowl.
Ну вот, 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 ребята, вопрос. Вот он выстроился, и чё? Я сейчас клетку построю тут, ну, как бы, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы построить клетку. Типа, он вообще, в принципе, ничего не сделал, встав вот таким образом. Волк бегает через всю карту. Просто вот, гляньте, волк. Хоп, все, волк прибежал, волк говорит: ты не пройдешь. Давайте вот сюда поставим вот этого парня. Я честно, я не понял, к чему это было. Вот. Я даже сейчас понагличу, на самом деле. Ну, если он подскользнется, будет обидненько, конечно, ну ладно. Не, не подскользнулся. Ну, норма-то. Окей, поехали дальше. Жрал... Не, ну, спиритолог. Жрал-то я уже вечером. А днем я не жрал, а там катался, тыр-пыр, все дела. Слушай, кстати, солнце. Мелочь попросить можно? В 5 часов капусту снимешь, засеешь? Окей. Ну, в общем, сейчас парню надо кидать много разных кубов, и что из этого выйдет, не очень понятно. То есть, понятно, что мы сейчас надо вылетать в гулю, потому что гуля из этого квадрата более самый неболезненный вариант, вот. Но даже в этом случае... Ну и да, и вот у него не очень приятная ситуация для боевого танцора. Я на победу могу играть довольно свободно в этой игре. Ну, не довольно свободно, но... Преимущество в 4 рыла, оно чувствуется на поле. То есть я могу делать клетку и еще иметь опеку всех ребят. О, 2 единички. Это прекрасно. Это вообще очень здорово, ребята. И он тратит рерол. У него остался один рерол. На... Дофига на 7 ходов. Ну, на 6 скорее, на 7. То есть любая маленькая ошибка и все как бы. Вау! Yeah. Это прекрасно, ребята. К сожалению, мы не уронили этого парня. Ну, ничего страшного. Так. И этого парня не уронили. Ну ладно. Мы потихоньку передвигаемся. Мы потихоньку передвигаемся. Вот. Шестерку нашли. Шестерку с травмой. Ой, голем, как же ты. Как же ты бахаешь. Как же голем сделал свое дело. И может гулять очень смело. Молодец, голем. Так, теперь у меня есть 2 куба, которые, ну, типа, ни на что особо не влияют. И еще травма. Ой, эльфиков стало совсем мало. Да, я понимаю, что злорадствовать как бы не очень здорово, но... Но просто мне приятно бить эльфов, ребята. Голыми. Голыми ребятами избивать эльфов одно удовольствие. Еще одно пробитие. А где наши эльфы?
А где эльфы? Стоп, тут же была команда эльф. Чё-то эльфы кончились, да. Нехорошо как-то, нехорошо. Что-то минус 5 у эльфов. Жалко, что одну травму он сам себе сделал, но окей. Ну, големы из плоти в этой игре минус 3 сделали. Молодцы. Такими темпами блок очень быстро получит каждый. Ну, посмотрим, Wordbearer. Ну, я не удивлюсь, если он кинет какие-то супер-кубы. Ой, он супер-кубы кинул? Не поспорить. Сейчас прям вообще... Страшнющие кубы были. У парня сейчас бомбит, наверное. Наверное, бомбило у парня, с которым я играл в RBBL последний матч. Вот там, да. Но там, правда, подбамбливало. Так. А теперь, ребята, пришло время принести немного справедливости в Blood Bowl. Как вы понимаете, я очень радею за справедливость. А что там было? Но там был хаос, и скамейка была еще больше забита, чем сейчас. Вот так вот. 92%. Ну окей. Эй, блин, удаление. Вот повезло же ему, что я кинул дубль, а? Вот лакерок, а? Ох уж эти лакерки. Как же ему зафартило с этим удалением. Обидно просто, просто обидно. Жаль, конечно. Опять единичка. Угу. Две шестерки, хорошо. Еще 92%, да? Ну, давайте кинем, че. Блин, давайте щит. О, неплохо. О, без удаления. Вообще здорово. Так. По-моему, все неплохо. Так, ну, убрали двух самых опасных, ну, трех самых опасных игроков с поля. Теперь как бы... Теперь мы можем просто ждать. Еще и волк прокачал. О, он даже не собирается. Окей. Парень устал. Парень устал. Но мы как бы играем-то наверняка, без придумываний. То есть я сейчас доведу просто, ребят, чтобы потом не искать приключений на задницу. Вот. Можно, конечно, не закрыть клетку и дать ему возможность выбить мяч, но мы играем наверняка, поэтому нет. Ну ничего, ребятки, я знаю, что вы надеетесь, что он занесет ван-терн.
Может и занесет, кто знает. Как бы еще ничего. Хотя у него игроков по авантюр не хватает. Так. Отлично. Два один. Е. И у меня опять хромакей что-то затупил. Приятненько. Хорошая игра. Ну и давайте ребят назад отправляем. Просто приятная партийка в Blood Bowl. Что бывает не так часто. Хотя он может зомби отправить. Нефиг рисковать этим. Зомби сломают, я в принципе грустить-то особо не буду. Окей. Привет, Пиропен, смерть эльфам. Ну, я постарался. Голые некроманты довольно много смерти эльфам принесли сегодня. За что их можно только похвалить. Только похвалить. Я вот сейчас думаю, делать ли мне блок на волка или не делать мне блок на волка. Это спорный вопрос. Не, ну приятно, две победы некромантами, притом две довольно приятных против темных и против лесных эльфов. Но это самые приятные соперники, наверное. В том плане, что некроманты — это очень быстрая команда, и играть против эльфов не так сложно, как другими. У тебя лоб с рукой проходит насквозь, да? Окей. Клятый хромакей. Не знаю, что с этим делать. Что-то все сбилось. Да, легкая дырка есть. Эх, ребятки, ребятки. Блин! Fuck you! А, он еще... Он сделал пас на 50%! Сейчас еще и сольем. Ну как сольем? Сейчас еще ничью катнем такими темпами. В один куб все, у парня поперло. У парня просто проснулось второе дыхание. У парня просто вот типа БАМ! Да, это было смешно, ребят, не спорю. Очень смешно. Игра решила тебя наказать. Ну, еще рано, еще рано. Не надо говорить, типа, игра решила тебя там наказать. Или еще... Ему еще надо забить. Это не так просто. Тем более, ему некем прикрывать. Парни с мячом. Посмотрим, короче. А что было? Дали доп ход 47-й, дали доп ход вообще не в тему. Вообще прям не порадовали батю. Бей волком, да, бить волком надо, потому что волк типа оттащит его на две ходки. Тем более у меня здесь более хорошие игроки справа собраны, это тоже здорово. Типа это повышает мои шансы на отбиться, вот. Ну, волк тут изично добегает.
Надо просто достать шестерку. Это не так сложно, как кажется. Наверное, нет. Блин, ну это неприятно, конечно. Один ГФИ. И один ГФИ здесь. Че, что именно божественно? А? Окей. Так, ладно. Паскуда, не подскользнись. Так, хорош. Два удара могу сделать сейчас. Так, окей. Так, хорошо. Хорошо. Добро. Добро. Вот так вот. От души, брат, от души. Волк две шестерки нашел. Вот здесь тратим, если что. Не, даже не надо тратить, окей. Даже здесь потратим, если что. Ну, я как мог отбиваюсь тут. Отлично. Е. Сейчас посмотрю от старовера. Неплох, неплох. Попроси Адольфа закинуть. Не, ну посмотрите, хороший деф получился. То есть сейчас очень тяжело забить. Он может забить, но очень тяжело. То есть с одним реролом надо прокинуть просто сумасшедшие кубы. И сумасшедшие кубы на подбор мяча, и сумасшедшие кубы там в других моментах. Вот. То есть как бы тут очень сложно забить. Можно, но очень сложно. Ну и, конечно, то, что Волк выкинул две шестерки в нужный момент, меня просто удивило. Спасибо Волку. Ну, да, две шестерки. Спасибо Волку за это. Просто вот... Оборотень сейчас, как мужик, сделал всю работу. Находит парень шестерку. А, он выходит отсюда, окей. Ну, это правильно. Волк смог. Он собирается толкать на мяч. Это хороший ход. В один куб. Отскок очень важен. Поганейший отскок. Да, худший отскок. Просто самый поганый отскок, который только мог быть. Молодца, зомби. Вот зомбя забахал. Подоночек, молодца. Порадовал батю. Ну, давай, делай свои увороты. Может забить, может. Не спорю, может забить. Но зомбя хорош. Зомбя хорош. Как бы, вот. Все, что мог сделать погано для этого парня, зомбя сделал. У меня почему-то работает обращение к медведу Педобиру, потому что... А, это я вчера на вчерашний стрим делал уже, точно. Я забыл. Он подобрал мячик, у него нет реролов, пас. Может забить. И пас не удался. И это прекрасно. Yes. Yeah. Это приятная победа, 2-1. Батя. Шестерка, вообще супер просто.
Волк получил лучшего игрока. Ну, такой. У него парень травмированный получил. Хе-хе-хе. 40 отборов против 15. 2-4, 1-1. Нормально, в принципе. В принципе, это был хороший матч. Так. Перепало чего? Ну да, вчера была очень вкусная еда, и сегодня... Так, ладно, я... Ну, я должен это сделать, пацаны. Просто как иначе? Как иначе? Просто надо было взять. Кто я такой, чтобы не взять? Красиво, красиво прям. Теперь у меня крутой волк.